Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Привет, ты какая, ты маленькая. Все у вас нормально? Хорошо? Очень здорово. Сегодня у меня нет истории, но у меня есть одно такое желание – поговорить с вами о Библии. А вы, наверное, знаете немножко о Библии, да? Что это такое, как Бог сотворил землю. Знаете вы это все? Нет? Давайте мы это вспомним. А вот я вам расскажу. В самом начале не было ничего. Была пустота, темень. Богу это не нравилось. И он сказал, пусть будет свет. И стало как? Стало светло? Да. Правильно. И стало светло. Богу это очень понравилось. На второй день он сотворил небо и землю. Землю. Небо и землю. Знаете, что такое небо, да? И землю, на которой мы стоим. Это Бог сотворил. На третий день он создал моря, океаны, реки, озера. Приказал деревьям расти, наделил землю хорошей травой, красивыми цветами. Вся земля зазеленела, яркими цветами играли ее глазки. И Богу это очень понравилось. На четвертый день Бог создал солнце, а ночью что есть? Луна, и еще что на небе бывает? Звездочки, правильно, звездочки. Богу тоже это очень понравилось. На пятый день Господь создал животных. И тогда в океане, в реке, в озерах, в море плавали разные рыбки красивые, а по небу летали. Птички, наверное. Птички летали по небу. Вороны тоже летали. И соловьи, попугаи летали. Правильно? Да. На земле появились еще разные звери. Собачки, кошки. Что еще могут быть? Зайчики. Правильно? Да? Вот, правильно. И земля ожила. Все, что сотворил Бог, было замечательно. И всему он очень радовался. Земля была прекрасная, но ухаживать за ней было некому. И тогда Бог решил создать человека. И он сотворил людей. Первыми людьми стали, слушайте, детки, кто? Мужчина и женщина. А как звали мужчину? Может быть, кто-то скажет мне? Адам. Адам? А женщину звали? Ева. Ева, правильно, молодец. Вот так было прекрасно на земле. Бог очень радовался этому. Но настал седьмой день. Бог сделал все, что мог. Было все прекрасно, и он устал от этой работы и решил этот день сделать выходным. И завещал нам, чтобы мы все в субботу отдыхали и славили Господа и благодарили Его. Давайте мы с вами помолимся и поблагодарим Бога. Может, кто-нибудь из... Ты хочешь, батюшка? Дорогой Иисус, спасибо тебе за субботу. Аминь.